Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров написал на своей странице в социальных сетях: «От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ураза-Айд. Пусть Всевышний примет и приумножит все ваши добрые дела, свершенные в этот священный месяц Рамадан. Желаю каждому дому благополучия и достатка. Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа. Айд кабул болсын».